Трафарет – простая, выразительная и вариативная техника ручной печати. Разбирая пластические ходы и приемы, экспериментируя с материалами в технике трафарета, иллюстратор находит новый для себя язык, всегда неожиданный и выразительный. Курс состоит из теоретического блока и практических мастер-классов, в которых я подробно разбираю приемы работы с трафаретом. Теоретическая часть – это презентация вариативности техники. На примере работы современных художников-иллюстраторов я расскажу особенности техники, про силуэт, фактуру, тон, посоветую, как пользоваться законами и ограничениями техники, а еще покажу неожиданные подходы к трафарету. В практической части – методика и алгоритм работы с инструментом. Начнем с эскизов к технике, а затем подскажу, как от самого простого и равномерного тона перейти к сложным маневрам в однотонном и цветном трафарете.